Данная композиция будет играться у нас в стандартном строе с каподастром на первом ладу. И отчет ладов будет первый, второй, третий, четвертый и так далее. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Первая фраза. Прижимаем пятую струну мизинцем на седьмом ладу и четвертую струну средним пальцем на пятом ладу. Играем сверху по пятой, четвертой, третьей струне. Далее мы играем третью открытую. После этого мы пальцы удерживаем и бьем указательным пальцем по третьей струне, по четвертому ладу. Далее снова бьем сверху по пятой, четвертой, третьей. Далее мы мизинец и средний удерживаем, играем вторую открытую. Далее снова указательным пальцем бьем по третьей струне, четвертому ладу. Далее мы играем сверху по пятой, четвертой, третьей. Далее играем третью открытую. Первая фраза с самого начала. Вторая фраза. Прижимаем пятую струну на третьем ладу указательным пальцем, четвертую струну на пятом ладу средним пальцем и третью струну на седьмом ладу мизинцем. Чтобы перейти с первой фразы на вторую легко, мы, когда в конце первой фразы играем третью, мы в этот момент уже пальцы поднимаем и готовимся поставить вторую фразу. Далее мы будем играть правой рукой то же самое, что в первой фразе, только вместо второй будем дергать первую. И вместо того, как в первой фразе мы били по третьей струне, четвертому ладу указательным пальцем, теперь будем бить мизинцем по третьей струне, седьмому ладу. Играем сверху, далее третью открытую, далее удар мизинцем, далее снова сверху, далее первое, далее удар мизинцем, далее опять сверху, после этого третья открытая. Также, когда мы третью открытую сыграли, можно пальцы уже поднять в этот момент, чтобы перейти на третью фразу. Первая и вторая фраза вместе. Третья фраза. Ставим указательный и средний палец на струну выше, то есть указательный на шестую струну, на третий лад, а средний палец на пятую струну, пятый лад. Играем по шестой, пятой, четвертой, сверху. Далее играем четвертую открытую. После этого мизинцем бьем по четвертой струне, седьмому ладу. Далее снова играем то же самое. Далее мы мизинец убираем, играем сверху. Далее играем вторую. Третья фраза с самого начала. Первая, вторая, третья фразы вместе. Четвертая фраза.
Прижимаем шестую струну на седьмом ладу мизинцем, пятую струну на пятом ладу средним пальцем. Играем сверху по шестой, пятой и четвертой. Далее играем четвертую открытую. После этого бьем по ней указательным пальцем по четвертой струне четвертому ладу. Далее играем снова сверху. Мизинец и средний оставляем, указательный поднимаем. После этого играем третью открытую. Далее снова бьем по четвертой струне четвертому ладу. Далее играем сверху. После этого играем четвертую снова. Четвертая фраза с самого начала. Это было первое музыкальное предложение. Все четыре фразы с самого начала. Второе музыкальное предложение также будет состоять из четырех фраз. Первая фраза второго музыкального предложения. Первая фраза второго музыкального предложения будет играться так же, как первая фраза первого музыкального предложения. Только вместо, когда мы играли вторую открытую, мы будем играть третью все время. Вторая фраза. Вторая фраза второго музыкального предложения будет точно такая же, как вторая фраза первого музыкального предложения. Только мы вместо первой будем играть третью постоянно. Первая и вторая фразы второго музыкального предложения вместе. Третья фраза второго музыкального предложения. Третья фраза второго музыкального предложения будет точно такая же, как третья фраза первого музыкального предложения. Только в конце, когда мы играли вторую открытую, мы будем играть четвертую открытую. Первая, вторая, третья фразы второго музыкального предложения вместе. Четвертая фраза второго музыкального предложения. Ставим пальцы так же, как в четвертой фразе первого музыкального предложения. То есть мизинец на шестую струну седьмой лад, средний палец на пятую струну пятый лад. Играем сверху по шестой, пятой, четвертой. Далее играем третью открытую. После этого мы бьем по четвертой струне, четвертому ладу, указательным пальцем. Далее мы указательный оставляем на четвертой струне, на четвертом ладу. Средний мизинец убираем, проводим по пятой, четвертой, третьей струне. И в этот же момент мы бьем средним пальцем по четвертой струне, пятому ладу. И сдергиваем ее. Идем дальше. Далее мы средним пальцем бьем по пятой струне пятому ладу. И в этот же момент мы бьем слэп большим пальцем правой руки по пятой, четвертой, третьей, второй, первой. Расслабляем руку. Удар легкий. Палец расслабляем. Руку расслабляем. Кистью движение. Далее бьем мизинцем по седьмому ладу пятой струне. Далее снова бьем слэп. Четвертая фраза второго музыкального предложения с самого начала.
второе музыкальное предложение с самого начала. На сегодня все. Не забываем подписываться в группу ВКонтакте. Увидимся в следующих видео.